Так, парни, всем привет. В общем, планы маленько изменились. Собирался в эти выходные на рыбалочку, но у меня не получилось, так как с работой я работал долго, очень долго и упорно, можно сказать, работал. Вот. А мужики уже уехали на снегоходах. Получается, вниз по Коннами. Вот так вот. И чё, чтобы выходные зря не пропадали, решил отправиться в одиночный поход с ночевкой. Как вы видите, по моему одеянию, у нас сегодня, да и не сегодня, уже дня два, минус 30 морозы. Морозы стоят. Вот. Ну, думаю, в таком одеянии не замерзну точно. Вот мое снаряжение сзади. Видно. Взял с собой коврик, два штуки. Спальник взял покушать. Сейчас будем вкусное блюдо готовить. Вот. Пошел в избу. Дети у меня, кстати, болеют. Затемпературили оба. Сын и дочка. Так что идти больше не с кем. Пошел один. Вот. Кстати, ребят, сейчас шел по речке, когда речку переходил. Видел следы копытные. И копытные не то, что там лось, допустим, большие такие, а прям мелкие. Может, кто-нибудь знает, кто это ходит? Я что-то не мог определить, кто это. Кто копытные, кстати? Кабанов, я думаю, у нас точно нет. А вот кто может ходить, я не знаю. Так что, если кто знает, напишите в комментариях. Подошел к избе. Сейчас хочу вот перекусить маленько. Что-то кушать захотелось. Потом буду жечь костер, топить печку. В общем, еды у меня сегодня вдоволь. Одному скучно, правда. Привык с ребятишками уже.
горячего чая надо маленько. Так, тут у меня домашняя сало. Подождите, сейчас отвечу. Да все равно, что вокруг говорят. Да, Зай. Алло, я в избе уже. Да, кушать сел. Завтра, если волки не съедят. Ну, завтра утром. Ну, есть вроде. Пока. Кто, я, что ли? Занят маленько. Но. Жена звонила. В общем, сейчас поедим сало. Потом надо гречку сготовить. Курицы приготовим. Надо мороз конкретный. Все замерзает. Какое сало без лука? Люблю лук с салом и со сладким чаем, конечно. Так, мусорить нельзя в избе. Хлеб не стал с собой брать. Взял узбекскую лепешку. Матнакаш называется. Тоже, кстати, ребят, вкусная тема. Она не портится долго. Лепешка замерзла, блядь, ужас. Пошел, зарядил все полностью, все телефоны зарядил. Один уже почти уже скончался. Вот такой у нас сегодня мороз стоит. Больше 30, наверное. Сейчас будем пробовать. Разводить костер при помощи ватных дисков в парафине. Пока маленько перекусил, кушать не хочется. Но надо, думаю, на вечер что-то приготовить все равно. Чтоб ночью не готовить, пораньше спать лечь, да пораньше встать сегодня. Завтра, вернее. Руки.
Рыбки, конечно, вообще мёд. Сейчас бы найти спичку еще. Да, спичка зажигалка и то замерзла. Что-то она не горит. Вот так вот. И горят, думаю, долго. Ну, типа как свечка, та же свечка. Только время горения у этого ватного диска увеличилось. Сейчас разожгем. Схожу за водой. Будем готовить. Подарили мне, ребята, в общем, вот такой коврик. Не знаю. Мне кажется, либо говно, либо он нормальный. Но что-то по качеству я вот смотрел. Маленько другой, не так, как шли первые коврики. Первые шли какие-то трехслойные. И воздушность была, кстати, меньше. Ну, у этого воздушность вообще какая-то большая. Не знаю, как он тепло держать будет, нет? Вот, думаю, сегодня не топить в избушке печку. Потестировать коврик и спальник. Спальник тоже у меня, кстати, зимний. Вот. И салон какой-то. Модель вот написано. И салон. Не знаю. Подарили, так подарили. Будем пробовать. По цвету так нравится. Не знаю, как на деле себя покажет. В общем, вот так вот, друзья. Но он, кстати, уже, чем у меня вот есть коврик. Такой, с рюкзака неохота снимать. Вот. Вот он еще более-менее такой. Ну, по качеству, кстати. А этот, не знаю. Этот, кстати, он и уже. И длина у него 1,80 м. Кстати, чуть-чуть меньше, чем у моего роста. У меня рост 1,87 м. А у коврика 1,80 м длина.
Не знаю, как он себя покажет сегодня. Завтра утром расскажу. Внизу где-то, наверное. Где-то вот тут, наверное. Трактора, наверное, лес. Ну, на чека, наверное, семира, который готовит там. Ну маленько. Госслужба приехала ко мне, короче. Госпотребнадзор ко мне приезжал. Проверяли, короче, у меня оружие, капканы, петли. Я сказал, что ничего у меня нету, я отдыхающий. А то бы сейчас, мне кажется, накатали бы штрафа, блядь. Если разрешения бы не было. Да. Погрелись у костра, в общем, снимать их не стал. Они сказали, не снимай нас. Вот. Снимать не разрешили, в общем. Сказали, внизу где-то изба есть. Еще две избы. Но до них идти, сказали, вообще ужас, блядь. Не дойдешь, говорит, пешком, на снегоходе, говорит, целый день едут. А так и не дойти пешком. Ладно, сейчас буду кушать, готовить. Сейчас думаю приготовить, покушать. Время 5:30. Да буду надью на ночь делать из 3 бревен. Буду готовить в армейском котелке. Так как у нас тут реки замерзли, будет супчик и снега. Так, примерно.
чашечкой горячего чая. Красота. Сделал надью, в общем. Должна гореть долго. Надью собрал из трех бревен. Сейчас время половина десятого. Затопил в избе печь. Думаю, сейчас у костра посижу маленько. Да и пойду, наверное, спать до утра. А то камера разрядилась уже. Два раза заряжал. Овербанк уже замерз напрочь. А там до утра уже лягу спать. Думаю, разденусь. Тепло это сильно, как в бане в избе будет. Но разденусь, залезу в спальню. В общем, ладно, друзья, до утра уже. Растопил в избе печку. В избе тепло. Но что-то одному как-то не спится. Думал, сейчас поем, да спать лягу. Не, что-то всякие какие-то дурные мысли в голову лезут. Все что-то мерещится, как-то, блин, звуки какие-то посторонние. Не знаю, усну я, нет сегодня. Расстелил он коврик себе. Пока еще не раздевался. Как-то скучно одному. Был бы хоть сын или дочка со мной. Да, сейчас не знаю. Сейчас еще пару раз подкину печку. Да попробую спать лечь. На улице конкретный мороз. Минус 30 где-то. Вот. Сейчас думаю, печку подкину, чай закипячу, да укладываться буду. Время уже 11 час пошел. Плохо, что повербанк вроде оттаял маленько в избушке, но на телефон не взял зарядное с собой. Кабель. Взял только от камеры кабель. Что-то там костер что-то трещит. Вот, в общем, вот такие звуки какие-то посторонние, блин. Напрягают аж одному, когда не поговорить, ничего не с кем. Снизу, блин, откуда-то сифонит. Никак понять не могу, что-то где-то дует, продувает. Ну а так тепло в избе. Изба теплая. Ну ладно, друзья, что, до утра уже. Утром скажу, что, как спалось, как на улице было. Ну окна вообще замерзшие прям. Конкретно он мороз. Еще даже не оттаяли. Супчик он, может, утром сварил. Да лапши бич-пакет запарил. Ладно, что, буду укладываться.
Всем до утра. Утром посмотрим, что делать дальше будем. Может, вниз по Тельбису двинусь. Не знаю, посмотрим. Так, ребят, что-то я закимарил маленько. Кто-то там ломится. Кто-то ломится прям реально. На улице кто-то ходит. Кто там? Офигеть, вот скругляй, тут страха натихнемся, короче. В тереме живет. Тут тереме живет. Ты кто? О, дружище, заходи, будь гостем. А ты как взялся, откуда? Нифига, короче, друган пришел. Время сейчас скажу. 11. Короче, ребят, друган ко мне пришел. Ночь у нас веселая сегодня. Ладно. Сейчас буду поить его чаем, короче. Ленька. Что-то не горит у нас тут костерчик. Снимаешь, да, Женя? Да, чё с вами там? Короче, сейчас сделаем чай. Да вон, Сань, сейчас веточек это накинем. Подкинем веточек, Сань. Вся затрещала. Все, нахуй веточки. Че же опять же сгорается, блядь? Один дрочился, а второй пришел. Все, схватилось нормально. Да, вечно, блядь. Пошли, Сань, еще пару принесем. Сейчас за дровами пошли. Поленница дров, в общем, тут такая вот. Не знаю, видно, нет, на камеру будет. Тут вон Санек шевелит. Шевели дрова, Санек. Так, Санек дрова шевелит. Сейчас тоже попробую. О, Санек, он на горбушку и попер. Молодец. Санек на горбушку и попёр. Блин, а я перчатки в избе оставил, походу. Ё-моё, как так? Так, ну что, друзья, раз пришел тут гость к нам, у нас такой ужин небольшой нарисовался. Решили поужинать. В избе, наверное, примерно сколько? Градусов 15, да, здесь? Меньше, да. Тепло, видишь, какое. Тепло, но. А на улице 30. А на улице 33. Где-то. Градусов. Ну, здесь гуд, здесь можно раздетому спать, да? Вот тут фонарь можно компостировать. В общем, переночуем. А утром двинем. Куда-нибудь еще сходим. Можешь вниз по Тельбису, да? Нет, туда уже не надо. Посмотрим. Опять-то и бьется кто-нибудь там. Тут опять ты появился, да? Ну ладно, друзья, что, будем кушать?
Да, там посмотрим, что еще. Они так и сказали. Может, отдохнем маленько. Долбов, знаешь, да, спасибо. Может, отдохнем маленько. Несколько тысяч. Друзья, что-то нам не спится вообще, блядь. Сейчас решили, короче, вот такую закуску открыть, спробовать. Что это такое? Должна быть вкусная штука. Вот такая вот баночка. Сейчас распечатаем, посмотрим. Кое-как оттаяли ее, она, короче, была замерзшая. Сейчас... В консервации находилась. Да, в консервации, но... НЗ, бля. В НЗ запасе, бля. Неприкосновенный этот запас, бля. Сейчас откроем, посмотрим, что это. Съедобное хоть нет. Если резкий запах пойдет. Вон, а отлично, бля. Здоровая, да? Ну. А то когда испорчена, сама что яды идут оттуда. Короче, ребят, строго не судите, открывашки нету у нас. Приходится ножом, короче, в банку вспарывать. Сейчас попробуем. У нас только чай закончился, чай выглотили весь. Я, короче, целый котелок, блядь, сандалил. Чайка. Так, что-то. Что-то, короче, тут съедобное, блин. Должно быть. Что-то она, походу, еще не до конца оттаяла. Ой, блядь. Острая, походу. Острая? Нет, но... Ой, я люблю острое. Что-то острое, Саня. Сейчас будем точить, наверное. А если на хлебушка так намазывать? Сейчас подточим, но... Так, что у нас по времени получается? О, первый час, начало первого. О, очень. Заебись. Нахуй. Попёрло, вот. Чё, Сань, будем чай делать? А чай на улице? Чай, но надо чайку замутить. Ладно, ребят, сейчас чай замутим. Короче, в поисках котелка пошел. Ага, костер горит у нас сегодня. Сейчас еще дровишек маленько подбросим. И нормально будет. Сейчас пробуем, что у нас тут. Что нам Бог послал. Но волки появились, это вообще жесть. Истреблять их, наверное, надо. Да? А то они нам тут не дадут покоя. Что, Саня, спать хочешь? Мы еще чай не пили, Саня, просыпайся. Ой, бля, уже копыта одел, да, опять. Так, ребят, время глубокая ночь. Спится нормально. Тут вот что-то проснулся. И до чая много выпил с вечера. Сейчас так и марю. Потихоньку. Время получается 3:36 4 утра или ночи, непонятно еще. В общем, сплю вот на коврике, так как сплю без подушки, положил поджопник под голову. Не люблю с детства вообще на подушку спать. Залез в спальню. В общем, матрас еще тут такой. Там вот сифонит. Это вообще... Печка топится нормально. В общем, ладно. Поутру буду сообщать. Чтоб уж конкретно до утра хватило. Короче, топим прям вот такими чурками, в печку заталкиваем, закидываем, короче, все жрет. Так тут такая печка, что сожрет все, что хочешь. Горит, ничем не брезгует.
О, чтоб уж конкретно хватило. Все, и можно баньки идти. Ну-ка, да все равно маленько поддувает. На улице 34, наверное. В поселке, думаю, меньше, но тут около речки находимся. Около речки всегда холоднее. Закинем туда все, что можно. И будем, наверное, уже до конца баньки. Наступило утро. Но в избе примерно градусов 15. Ночь прошла отличная. Хорошо спали. Правда, легли маленько поздно. Но уже рассвет. За бортом где-то градусов 30. 5, скорее всего, так как избушка рядом с речкой стоит. Вот такие вот узоры на окна. И видно, что конкретный мороз был. Все, ладно, сейчас будем чай готовить, кушать и собираться, наверное, домой. Так как мне завтра на работу еще. Короче, генератор тут вращает. Электричество добывает. Электричество вырабатывает. Американский приемник это. Приемник, рация, фонарик. Ребята, собираемся домой двигать. Время сейчас что у нас? Без 10:11. Переночевали. Спокойно, никого не было, без происшествий. В общем, сейчас двигаем домой. Так, ребят, ладно, чё, всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, на мой инстаграм. Будет очень интересное видео, скоро выйдет. В следующие выходные собираемся в поход. Думаем, надо на следующий год до перевала Дятлова добраться как-то. Ну еще не знаю, когда, что конкретно. Ладно, друзья, вот и все.